Я Владимир Веременко, и это мои правила жизни. Белорусский форвард Казанского Уникса уже второе десятилетие играет за российские команды и всегда находится в центре внимания. Его размашистые данки и невероятная продуктивность и стала ключом к победам казанского клуба на старте Единой Лиги. Детства у меня не было. Было очень много тренировок. Помимо баскетбола я занимался большим теннисом и плаванием. Первым тренером у меня была мама. Мои родители были баскетболистами, поэтому выбор профессии был естественным. Когда нахожусь на площадке, становлюсь более агрессивным, чем в жизни. Прыгучесть – это гены. Специально над ней никогда не работал. Всегда мечтал быть классным баскетболистом и играть на высоком уровне. А лет после 35 жить для себя и своей семьи. В НБА я уехал поздно. Если бы уехал на год-два раньше, может быть, все было по-другому. Тату набил спонтанно. Данное изображение символизирует, что баскетбол – это вся моя жизнь. Первый свой профессиональный контракт я заключил в Саратове. Непривычно было уезжать из Беларуси, в которой прожил 18 лет. Но теперь из России я никуда не уеду. Я люблю забивать сверху. Когда получается сделать красивый слэм-данк, я получаю от этого колоссальное удовольствие. Первый раз забил в 14 лет. В Униксе я уже 6-й сезон. Казань для меня стала вторым домом.